Всем привет, это Дима Лысенко, с настройкой Минпродроска, и я сейчас нахожусь напротив жилого комплекса «Акварель». Этот жилой комплекс состоит из 9 этажей, с 1 по 7 этаж будут одноэтажными, а с 8 и 9 это будут двухэтажные квартиры с мансардой. Здесь вы видите перед вами готовую первую очередь, вторая очередь находится в состоянии строительства, и ее завершение ожидается уже этой весной. Здание строится компания Greenwood. Ну, в общем, ладно, сейчас мы уже забрала Виталика. Я сейчас на первом этаже. Это лестница. Тут немножко темновато. Это 8-й этаж. Ну что ж, я очень доволен тем, что строительство «Акварель» идет полным ходом. Как я уже сказал, осталось построить вторую очередь и благоустроить территорию. Но, как мне сказали, это благоустройство территории займет
долгое время. Проблема заключается в том, что вот здесь пробил родник, а Победа место известно своими болотами, поэтому решается вопрос, что делать с этим родником. Ну, я надеюсь, я как-то приду к решению. Ну что ж, всем удачи, всем пока, увидимся в следующий раз.